квартире. Давай. На. Че, всем привет. Мы на очередной рыбалочке. На Дону, на Судака. Сегодня мы втроем. Он чемпион. Команда Ляпичева по Судаку. И Колян тут. Колян уже ловит. Что там, Колян? Опять свои модные вибы, короче. Так, я они ловят уже. Я пошел буриться и тоже будем фигачить. Сегодня на Ратлины. Может быть, что-нибудь будем использовать еще, посмотрим. Погнали. Так, ну что, мы начали рыбалочку. Ну вы что, ничего не поймали, а уже хавать? Да. Сейчас поедим и покрыт. Да. Пока не поешь, клевать не будет. Это да. Вон весь народ собрался. Ну непонятно пока, ловят или нет. Мы пока едим и наблюдаем. О, видишь? Будьте добры, распишитесь. Колян просто влупил судака, а ты говоришь, пойдем. Красавчик, а? Хороший размер? Не, маленький. Ты уверен? Ну да. Спасибо. Спасибо. О, подошел подход судака. Прикинь, подошел и не взял. Что, может, правда, ратлины не нужны ему? Что там, на балансир фигачишь, да, Колян? Да. Второго уже, да? Не, маленький. Не, я говорю, второго уже. Да. Ну, ты что творит, а? Подход прям видел, понял? И вот тебе ударчик. Блин, мелкий. Мелкий гад. А ты говоришь, калач. Вот дал какой? Трофей. Трофеище. До свидания. А чё ж ты сильнее секи? О, вот это уже размер. Нифига себе судак. Колян, сильно не пались. Красавчик. А. Балансир надо ставить. Колян. Поклевка жесткая, да, была? Хорошая. Да ты же, я вижу. Такой. Слушай, у меня там что-то нереальное под лункой. Блин, Колян, красавчик. Давай тебя сфоткаю, что ли. Вот это ворвался, так ворвался, друган. Ага. Подход прям видно, да? И ты прям ждешь, аж мурашки начинают. Ты глянь, что творит, а? Ты глянь, что творит.
Ты глянь, что творит этот мексиканец. Так он хоть подсекать научился, ты видел, как он подсекает? У него аж слункин вылетает. Красавчик. Вот так и надо подсекать. Я же говорю, на мельке мы сейчас найдем его. Что-то снизу поднимается, да? Да. Вот он сюда как подходит. Он стаями ходит здесь, понял? Но мелкий. Удар был, бля. Такое ударище просто. Бу-бум. Офигеть. На, Ратлин. Красавчик. Чего и вам желаю. Офигеть, это прям удар. Прям. Бу-бук. Я аж это, я отвлекся, короче, понял? Мне прям рука вот так. Я тоже с таких начинал. Покажи, что там тебе. А, ты поставил, короче. У меня есть, кстати, фосфорная, да, тебе? Нет. Белая, покрашенная. Ну, прикольно. О, не зря постояли, да? У меня только сейчас прошел тоже судачок. Диман, опускай. Пойдет. По-моему, да. Около блесны прошел, посмотрел, понял, пошел к тебе на балансир. Ремонт. Не отходя от кассы, меняем ножи. Сейчас будем как в масло, да? Да. Четко. Все, заканчиваем рыбалку. У нас все как обычно. Клюет вчера и завтра. Сегодня он нас не радовал. Один выход поймали. Я там трех выхватил. Колян, наверное, чемпион у нас. Четверых поймал. Диман вон одного поймал. Отпускного. Ну, Колян там трех нормальных, наверное. Одного отпустил, я двух отпустил. В итоге, короче, встретил сейчас местного. Он говорит, вчера таких таскал. Как обычно, клюет вчера и завтра. Не знаю, когда мы пойдем, попадем, чтобы это было сегодня. Как бы вообще не насладились, но ездить еще будем. Будем искать, будем пробовать, так что все еще впереди. В остальном, все как обычно. Лайк, подписка, колокольчик. Всем пока. Так, ну что, домой? Домой, все. Вот он, улов наш. Причем все зачетные. О, размер 58. Не, на самом деле 47 размер, если так разобраться. Так, судаки все хорошие. Ну, такой, да, за килограммчик. Все, во-первых, давно темнеет уже. Сумерки такие. Самолеты летают. Ветра нет, тишина, кайф. Погода бомба просто, а клевать не клюет. Может, поэтому не клюет, что бомба? Надо ездить, когда ветрище. Скорее. Дождь.